Так, всем привет! Это у нас получается пятая серия по Рено Мегану, наш сериальчик мини. Так, нюанс единственный, сразу скажу, то, что это уже все сделано здесь. Вот, просто оператор наебался, как обычно, и начало ролика проебланил. Вот, в чем здесь была суть, то бишь опять вскрывали коллектор. А то, что тогда мы, когда делали во второй части, думали, что вот здесь вот, из-за этого, когда мы сняли, были признаки, видно то, что из-под отсюда травило. Вот. А сейчас вот затравило, как раз вот здесь вот идет, ну, как там это, картерный газ, вот эта крышка, которая идет на основной крышке, прикручивается, вон там, если видите, вон на герметике она сидит. Вот. Из-под нее уже травило. Ну и плюс, короче, расшатался у нас вот здесь, вот раздолбился, вот мы уже болт нормальный прикрутили, сюда вот, отсюда взяли вот этот болт, сюда перекрутили, здесь хороший болт тоже подобрали, то бишь нарезали резьбу, все, здесь прорезана резьба, здесь у нас тоже прорезана резьба, и вот здесь тоже вот мы подобрали болт классный, высверлили, рассверлили и нарезали резьбу, то бишь здесь все по фэншую, то бишь смотрите, что у нас, как мы это все дерьмо делали. Ну, все классно. Все работает, все хорошо. Все, приятного просмотра. Смотрим. Ты свети, ёпту, сюда. Хули. Что там? Говорит, что? Да не бошку откручиваем, а откручиваем вот эту хуйню, ёпту. Ну, я и говорю, вот это вот хрен. Да, из-под которой у нас травят. Будем надеяться, что нам только ее открутить надо. Свети сюда, ёпту, блядь. Чтоб неправильные болты открутить, ёпты. Пауза? Нет. Ну а почему бы и не паузу не поставить? Ну еще. Теперь точно последняя, да? Да. Ну-ка, снимаем ее. Я хотел сказать, нихуя себе, там еще, блядь, тряпка какая-то валяется. Охуеть, она чё? А тут никакой прокладки-то и нету. Охуеть! Просто и не встать, блядь! Чё? Просто грязи до ёбаной страсти. Так, аккуратно, это все зачищаем. Ну, этот хули, это, блядь, легко зачищается. Где этот ножик наш? Вот он ножик, так, стой. Эту стороночку сюда относим. Угу. Так, кладем сейчас вот здесь. Так. Дай вот с этой стороны зайди и в пизду. Свежая маслица. Ну да, вот отсюда и травил. Ну, хули, что, блядь, протираем нахуй. Сейчас протираем, сюда наносим герметик, ёпта, и потом туда прикручиваем, блядь. Это что, откуда? Хули он здесь делает? А, все, вспомнил. Крошится. Сейчас вот здесь надо быстренько прочистить. Хотя прокладка-то в принципе, блядь, это, но все равно он пропускает, ёпты. Сейчас сюда подбавим чуть-чуть герметоса, да? Угу. А на эту крышку мы уже нанесли. Да, на эту крышку уже все нанесли. Сейчас как раз пока здесь это сделаем. Так, где у нас тряпочка?
Блять, ну еб ты, блядь. Протираем его без жертвы. Добавляем герметик. Добавляем тут немного. Чуть-чуть вот так вот. Раз, раз. Что, пропихиваем его туда? Вот так, вот сейчас. Ставим на место прокладочки. Аккуратненько, аккуратненько. Что он не встает? Потому что, блядь, надо это снять, в пизду, блядь. Кого? Перчатку? Ну да. Он встает, вот как раз. Встает. Это. Ну вот. Вставочки эти установили. Какие вставочки-то? Ну, прокладки. Прокладки, ёпты. Все, так. А здесь потом как раз сейчас осадим, когда уже будем ее прижимать. Угу. Да нет, это просто. Осталось теперь только это. Высверлить. Сейчас вот эту накладываем. Ага. Все, пошли, пока эту наложим сейчас как раз. Так, она... я там уже протер. Здорово, мужик. Спасибо, до второго, мужик. Ну, стало? Да. Сейчас накидываем болтики. Блять, ебаный в рот. Ну сейчас она под своим весом пока пускай. Угу. Сейчас мы просто их наживем, чтобы она, ну, у нас не уезжала. Ну, чтобы не сместилась. Да. Ну все. Единственное, надо будет вот потом, когда протянем, там вот почистить. Но сейчас аккуратненько все сделаем. Ёб твою. Ну, нормально притянуло. Вот, все. Теперь все, здесь резьба у нас нарезана. Все, заебись, ёпта. Угу. Так, сюда что мы? Куда болт тогда делим, блядь? Какой? А. У нас, ну, то она была гладкая, да? Uh-huh. А то получается она у нас в рисочках. Так, его сюда дополняем. Наши прорехи, да? Угу. Хотя из нее даже не сопило.
Но мы просто сейчас вот по ней заполним эти пустоты, чтобы она, ну, тоненький слой наносим на нее, считай. И не забудем вот здесь еще. Поддросили, это называется. Ну, поддросили. Да. Потому что уже что-то... Короче, надо, потому что прокладки эти все менять, ёпта. Главное, чтобы на внутреннюю сторону не попало. Ну да. А если попало, то можно удалить. Блядь, нахуй, ёпля. Испачкал, короче. Короче, можно сделать проще, ёпта. Делаем этот бортик. Угу. И даем подсохнуть. Ну да. Видишь, ты уже, блядь, начинаешь разбирать. Да что ты, блядь, это? Ну перейди туда, Санек. Ну ты видишь, провода-то. Че ты меня снимаешь? Блядь, свети сюда, ёпта. Вот будет. Что, нарезался? Ну, тут и есть. Угу. Поближе, ёпта, Санёк, блядь. Нихуя не видно. Так, затягиваем 13 ньютонов. Тянем. Проверяем? Да. Ну, даже так. Сняты видео? Да. Все. Так? Да. Снимаешь? Так, все. Протянули на 13 ньютонов. Сейчас нам сюда привезут болтик. Сейчас рассверлили. Сейчас будем перерезать резьбу на 7. Только с каким шагом пока непонятно. Нам сейчас позвонят, скажут. Каким шагом нарезать будем. И все. Это у нас притянуто, это у нас притянуто. Все, заебись. Все. У нас только держит, только вот эта хуйня. А так все, там у нас уже все обмазано, все заебись, все просто. Та-дам! Так, давай. Давай. Пиздуй по холодку, блядь. Да-да-да, это твой пиздец идет.
Помнишь, хаос как ты правил? Сюда спину, дай пока сюда. Андрей, посмотри, давай. Так, а что ты здесь куришь? Тебе кто разрешал? Коля руку так сказал. Кто? Коля руку. Коля руку, который два раза подключается. Что, ну что, подключать будешь? Нет, я, блядь, потом подключу. Я просто смотрю, села, нет. Вот, видишь, она криво как садится один ход. Mm-hmm. Ее такое ощущение, что она введенная, что ли, блядь, все-таки. Ты что, уже уехали, да? На кувалку сверху уебать, блядь. Все, на... Ладно, все, блядь, где это? Правильно? Где у нас длинный удлин? О, все, я домой пошел. Все, фиксируем болты. Че, не фиксируем, а накидываем. Где этот восстановленный? Посмотри, свидание сюда едет. А Клачева уже пришла, тогда я могу домой идти. Блядь. Я, мы все смеемся, блядь, по этому поводу. Вот так, выходной, блядь, он же сюда приезжал, в тот раз, помнишь? Я говорил, далее приезжай. Что убрать? Ну, вместе, вместе, да. Как он делает? Сюда хотел влагу спрятать? Да. Там мечики лежат? Ну, я на мечики не еду. Ну, заезжай, я разрешаю. Угу. Что там, нормально? Ну, вроде бы. А то это, тварь, ты говоришь, что там какой-то заеб, блядь. Какой заеб? Да ебаный в рот там, да. Что там, кто хочет заехать? Ага. Последний болт. Давай, о, блядь. Есть, да? Все. 14 ньютонов. Угу. Теперь вот эту вот хрень, да, вставлять? Ай, блядь. Еще и дрожь вставить, ебаный. Блядь. Сука, лишняя деталь. Так. По направляющим. Главное попади. Да ёбаный в рот-то, блядь, ну подождите. Хули не комментируешь, блядь, ставим ёбаный дроссель. Ты уже откомментировал, чё мне свои 5 копеек вставлять? Тем более, я думаю, я помню, как эта хрень называется. Скажи, какая-то хуйня ставится на какую-то другую хуйню. И все, ёпта. Главное, там помазано. Самая пиздатая, бля. Сейчас будет впереди, ёпта. Заведется или нет? Ставим, делаем ставки, ребята. Это видео хуярит? Да. А, да? Хуярит? А, ну и хуй с ним, бля. Видишь, видео. Вот тут хозяин у нас машины, ёпта, блядь. Сидит, стоит, что-то очкует, переживает. Хули, Диман, тут два варианта. Главное, буду заводить вот здесь, стойте. Тут хуйня, тут два варианта. Либо она заведется, и вы уедете с Тимуром. Че еще? Либо мы ночуем здесь. Но жарим шашлыки с человечатиной. Чего, бля, потеряли нахуй? На сколько затягиваешь? Так, я пойду в шкуре, отдам документ, а то как, блядь, уедет. Да, да. На 14. Все. Здесь у нас вот, это пошло, это пошло, это пошло. Это пошло. Так. Выставляем вот эту хуйню.
Отлично. Ну, блядь, свети, ёпта. Че все-то, блядь, это еще ебаный воздушный патрубок. Надеваем набросы. И он сам почти сразу же стоит. Да, здесь это. Эту проводку, блядь, здесь чпокаем, оп, все. Патрубок накидывается. Какой патрубок? Тут не какой, блядь, патрубок? Вот я здесь уже все накинул. Все, притягиваем здесь, блядь, эти. Короче, все, переиграли. Ты мне скажи, тут надо будет какие-то еще изменения вносить? Или все, нормально поставил, все будет ходить, все заебись? Должно ходить, все заебись. Давай, блядь, что будет ходить, все заебись? Ну, блядь, вот сейчас болту сюда вкрутили, которую сюда вкрутили, отсюда вкрутили, вкрутили сюда, отсюда вкрутили сюда, который здесь стоял вот здесь. Ебать ты, блядь, тут. Короче, пиздец, ёпта. Ну, зато, блядь, все притянулось, ёпта. Ну, больше сейчас не надо ничего менять. Сейчас все болты протянулись, как положено, на 14 ньютонов даже. Затянули, блядь. То бишь все, и дроссель на 14 ньютонов, все промазано, все обмазано, блядь. Все пиздато, заебись, блядь. Отроило, скорее всего, из-за того, что у тебя это, блядь, была не зафиксирована, ёпта. Ну, то бишь там хуёвый болтик стоял, ёпта. А сейчас заебательски, да, никуда надо? Сейчас, да. Слушай, ну что, завтра я тебя жду, да, Ванёк? Чего завтра-то? А по кондею-то? Блядь, когда завтра-то, ёпта, блядь? Пять сначала заведет, а потом плей нажмешь. Угу. Да похуй, давай, крути ее. Лей, да? Он работает, ебаный свет. Куча. Все. Здесь все. Так, вроде не должно теперь сифонить, травить, ёпта. Работает ровно. Все. Все, заебись. Короче, все на герметике, блядь. Сука, ну если эта пизда где-то еще потечет, ёпта. В прошлый раз, правильно, мы когда тогда сняли, блядь, мы эту крышку-то не могли определить, что она, блядь, течет, ёпта. Да. Хорошо, хоть уйдем вообще, блядь. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь, впереди много чего будет еще интересно. Все, аривидерчи.